Вот и доджик поменял внешний вид. Подготовка полным ходом. Шины новые, кто не видел. Я тоже только увидел. Завтра Ботаник Трофи. Блин, подготовка. Димон, ты на додже едешь? Нет. По-серьезному. Свет. Старая команда. А на Ниве новая? Ну, на Ниве новая уже поедет. Подожди, а это что, новые фары, что ли? Или... Давно их поставили. Давно поставили? Ёлки. В общем... Так, а кондиционер работает? Работает. А вот новые фары какие. А! В общем, машина... Подготовка идет не детская, скажем прямо. Да, колесики с этими повеселее. На нем едут старые пердуны, молодежь едет на новых. На механике. Да. А старички на автомат коробки. Да. Теперь ты уже не посмотришь кузов, видел? Как не оценил, подожди. Опа! Ого! Да ты что тут? Тюнинг происходит, короче... Раз в сутки что-то добавляется, я понял. Пружинки. Ну и как стало? Лучше? Ну, помнишь, рессоры в другую сторону уж смотрели? Да, 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 да. Не, ну... Обрати внимание, Дима. Олег говорит, легче на этих колесиках. Вес, конечно, вес колеса, наверное, сколько? Мягче стало. И мягче, и вес, масса каждого колеса, считай, раза в два, наверное, легче, да, или больше? Ну, в два точно, да. Два точно. Вон, давайте старые колеса покажем. Вот они, старые колеса. Несмотря на то, что их облегчили, все равно тут жесть. Поднять, блин, ну весят нереально где-то. За сотку, ну под сотку, наверное, или за сотку. Очень тяжелые шины. Ну, в таком варианте будет ехать однозначно лучше. Ну ты видел Залупас 2, Бодя? Говорят, что вы уже с Мишей билеты уже покупают где-то на отъезжать, прятаться, блин, уезжать. Залупас 2 ты видел? Я же написал, что еще чуть поездим, и найдем Сибирь за Залупазом. Ну что, вы Лянчу починили или нет? Да, все. Вкладыши новые? Да. И все? И работает? Ну, так потюнили чуть. Ну получилось, да? Улыбун поставили. Улыбака. Где? Улыбака. Вот. Так а что с фильтром? Там поменяли фильтр или так и оставили? Не. А, вон фильтр. Там нет уже? Чтобы не было этих сюрпризов, да? Там закрываешь. Короче, все, и теперь спокойно. Да? Ну, теперь Лянчу починили. Теперь спокойно, слышишь, можешь спокойно по шею можешь спокойно ехать вот так, пока дышать можешь, то есть значит и машина может дышать. Не, ну это правильно. Так и мне так сделайте тоже, чтобы я мог ехать на новой машине. Подготовка к гоплыку, к ботанику идет полным ходом. Ковры уже убрали. Ковры убрали, утяжелитель, да? О, не, ну так совсем другая машина, а то было черти что, с коврами, блин. Как мажоры ездили. И попылесосили, я смотрю, да, ватерлинию тоже стерли, не видно. Не, видно чуть-чуть, слышишь? Вот след видно. Или то мне уже кажется, ну. Датчик давления уже стоит механический. Давление масла, да? Прямо с двигателя шланг идет сюда на манометр. Так и мне такой сделайте. Чтоб четко было видно. Чтоб четко мне механические педали можно механические крутить, чтобы... Включение пониженную включил и педалями помогает. Соседу. Когда не хватает. Не, слышишь, ну тут как-то протектор поменьше. Ты видел, что вас обманули? Ты понял, что ты не мог выехать? Смотри глубину протектора. Ну, вообще. А здесь? Не копался. А здесь? А здесь немножко... В два раза больше, да. В общем, все хорошо. Альфа тоже в подготовке.
Слышишь, а? Бодя, а что вот это было? Это кто-то схватил болгарку, и вы не могли его долго остановить, да? Миша делает волос. И порезал. Это он всю выхлопную сказал, мелко порежу. Вот это, да? А, чтобы не было сюрпризов, блин. Слышишь? Я не могу понять, что вы с моей так долго мучились, блин. У меня, видно, сложная машина. Да. Так тут, я смотрю, за неделю все машины починили, блин. А мою одну три делали. Да, получается. У меня, короче, сложно, я купил какую-то машину очень. Почему? Твою машину делали неделю. Если ну, в общей, да. Если посчитать, ну, тогда и делали, она больше стояла. У этого нет, то мотора нет, то еще чего-то нет. То еще чего-то нету. Блин, красота, слышишь? А это Сауди сиденья, да? Это нет, это хюндаевские купешные. Хюндаевские купешные сиденья. Щиток приборов Ауди. А люстра что, тут не стояла, да? Нет, это ж я накупил, видишь, куча этих, вот таких. А, вижу, вижу. Короче, я говорю, хорошо, Миша на обед решил пойти, да, поехать. Иначе бы разрезал и машину мелко. Ну, уже трубу переделаешь. Видишь, все сделали, чтобы теперь видишь, как чтобы не тонуть. Дальше доезжать. Да я говорю, Бодя, пока дышать можешь, можно спокойно ехать теперь, да? Пока дышишь, то есть до уровня подбородка. Я уже посмотрел. Так, а шноркеля же нету, да? Шноркеля нету. Короче, глубина погружения, Олег говорит, до уровня колеса, потому что свечи близко. А шноркель где? Подожди. Где заборник? О! А, вот. Ага. Ты слышишь, его... Так, а где оно стоит? А, вон оно сюда аж, да? В крыло типа заходит. Угу. Не, ну этот мотор жалко так. Глубоко лучше не заезжать. У меня есть, но у меня чуть другой. Поставим мой. Разница там 15 лошадей. Чтобы не чинить, да? 15 лошадей. Согласен. Короче, подготовка идет, почти завершена, до утра еще времени полно. Экспресс-такси и техническая помощь, 225-25-25, телефон в Киеве, 333-33-33, люди... В комментариях писали, думали прикол. Не, телефоны реально рабочие, набирайте, кому нужна помощь, кому надо доехать на нормальном такси. Тестировал на днях, ехали с Максом на такси прямо отсюда. Новая Toyota, ну красота, что тут скажешь. 225-25-25. Так, ну завтра посмотрим. Все будет в боевых условиях протестировано, да, будет? Блин, работает. Спереди как красиво получилось. Да, морда поднялась, пружинки добавились к рессорам, совсем по-другому. Осторожно, осторожно, машина дорогая вот тут. Димон! Сейчас я вас сфотографирую вместе с ней. Красота! Гляньте, как тихо работает. Вкладыши новые. Все хорошо.
моторчик. Вернули в первозданное состояние. Всем пока, подписываемся. До завтра.